Этот раз господин Фан искренен в условиях. Всего одно условие. Это... Что ты делаешь? Посмотри, какая я женственная, не так ли? Не называй меня сорванцом. Я не могу вынести тебя такую. Перестань. Я найти парня. Ты мой единственный друг в Винде. Ты мой учитель, мой путеводный свет. Я могу только тебя попросить. Учитель, какое совпадение? Кто он? Мой друг. О. Это тот дикий парень, о котором говорила? О чем ты говоришь? Привет, я Пэй Сюже. А вы... А? Тоже мой друг. Когда ты представишь меня своему другу? Я сделаю это только что, не так ли? Ты тоже мой друг. Ты сказала, что я красив и очарователен, и что я твой единственный друг в Венде. Тогда все было иначе. Ты знаешь, какой друг единственный. Хороший. Лучшие друзья. Это парень.